То есть вы прошли подготовку, вы неделю, да, и уже начинаете работать с обращением. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл в Самаре единый федеральный колл-центр. Его работу оценили генеральный директор Почты России Михаил Волков и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Здание разместилось на территории бывшего сортировочного узла. Оно расположено в центре города по соседству с железнодорожным вокзалом. Реализуя проект, капитально отремонтировали помещение. Рабочие места организовали в формате открытого офисного пространства. Я уверен, за этим проектом последуют и другие. У нас уже есть целый ряд направлений сотрудничества с Почтой России. Это восстановление отделений почтовой связи, это и создание логистического центра, это еще один шаг вперед. Уверен, что это сотрудничество будет день ото дня крепнуть, и новые проекты не заставят себя ждать. Ну и само открытие такого центра очень важно. Почта – это сегодня современная клиентоориентированная компания, и открытие этого клиентского центра тому яркое подтверждение. Центр рассчитан на одновременную работу 500 специалистов. Половина будет обслуживать физических лиц, 200 – юридических, 20 окажут поддержку в социальных сетях. Остальные будут проводить выплаты клиентам. Новый современный почтовый колл-центр – это не только новые рабочие места и пополнение регионального бюджета. Это еще и признание Самары в качестве одного из ключевых цифровых центров страны. Это, с одной стороны, плюс для региона, потому что 500 рабочих мест, потому что преобразившиеся здания, дополнительный фактор статуса нашего региона как крупного связного. Но и это важно с точки зрения развития, конечно, почты. Сегодня непростая ситуация на почте, и те шаги, которые предпринимаются, с которыми я не во всем, Михаил Юрьевич, согласен, вызывают большое социальное беспокойство людей. Необходима структура, которая будет это напряжение снимать, и этот центр, я надеюсь, это решит. Специалисты центра будут круглосуточно отвечать на обращения граждан, предприятий и организаций со всей страны, поступающие с официального сайта Почты России, из соцсетей, чатов, по телефону, а также из почтовых отделений. Кроме того, будет взаимодействие с заграничными почтовыми организациями, что позволит решить проблему международных отправлений. Самарская область уже так традиционно наш такой большой, надежный партнер, и подтверждение этого те проекты, которые мы реализуем и будем реализовывать на территории Самарской области. И, конечно же, этот проект, действительно проект федерального уровня, это первый такой большой центр федеральный клиентского обслуживания. Для нас очень важно быть 24/7 на связи с нашими клиентами, с жителями. Наша задача не просто отписаться, не просто дать какой-то дежурный ответ, а решить обращение, решить проблему. Глобальное переформатирование службы клиентской поддержки – первоочередная задача Почты России. Как рассказал генеральный директор Михаил Волков, в планах сократить количество времени для решения проблем клиентов, максимально закрыть его потребности при первом же обращении. Согласно расчетам, открытие нового колл-центра в Самаре позволит в ближайшее время сократить время решения проблемы в 4 раза. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.